понимаем, что у нас идет немножечко овальчик, да, то есть у нас, видите, он немножечко, кстати, даже под наклоном. Вот, чуть-чуть, видите, то есть не прямая линия, а немножечко таким с изгибом, да, получается. Не мешая в баночке цвет, сразу, прямо не бойтесь загрязнять желтый цвет, да, прямо не бойтесь. Загрязнять цвет. Смотрите, мы добавляем бледненько только. Вам, у вас должно получиться бледненько, да? Вот. Для самих цветов, да? У нас будет это красивее вот это всего смотреться. Все будет красивее утопать. Среди цветов.